Так, девчата, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал, с вами Виктория, я из Украины, живу в Германии, а сегодня решила снять парфюмерное видео, да, парфюмы, которые я ношу сейчас, вот в мае, да, май, что я носила, к чему тянулась рука, вот, в общем-то так, давайте начнем с такого вот вкусненького, красивенького парфюмчика, который от Kilian Apple Brandy. By Kilian. Значит, аромат алкогольный, аромат о напитке, да, яблочном бренде. Здесь очень красиво сочетается, переплетаются нотки кислого яблочка с нотками алкоголя, с нотками какого-то дерева, немножко табачности даже, я бы сказала. Очень такой, вы знаете, он не, ну, я бы с этой всей линейки, мне кажется, что он не такой сильный, как, ну, как кажется, да, на первый взгляд. То есть Angel Share, он гораздо для меня плотнее, насыщенней, такой более, там очень много коньяка, шоколада, корицы, вот, и это меня задушило. А вот это вот яблочко очень вкусное, такой кисленький старт немножко. Даже вот чем-то напоминает мне напиток живчик слегка. Вот носила нормально, носила много, вот посмотрите. Нормально сносила, мне кажется, миллилитров 10-15 я сносила. Очень стойкий, очень вкусный, такой яркий, красочный парфюм. Вот, давайте так вот по чуть-чуть буду отставлять, да, чтобы можно было что-то другое на то место. Дальше, девчата. Парфюм, который тоже носила очень много, обожаю, люблю, Tom Ford Tuberosa. Это тоже, это очень такая латексная, какая-то пластиковая тубероза, она очень специфическая, она очень такая ненатуралистическая, да, очень странная тубероза. Ну, Tom Ford был бы не Tom Ford, если бы он не создал странную, самую странную пластиковую туберозу. Здесь вы не найдете какой-то кремовости, да, какой-то мягкости, воздушности, сливочности. Нет, здесь вы найдете ярко, дерзко, стойко, красиво. Вот, ничего похожего нету, не встречала. Ну, раз уж мы про Tom Ford, давайте сразу же, да, тоже. Сегодня в этом аромате и несколько дней назад носила Tom Ford Rose Prick. Разнашиваю. Очень красивый, сначала мне не нравился, сначала я не понимала такую розу, но сейчас мне это очень нравится, мне уже даже кажется, что я отогнала от себя мысли об специи Камун, которая переплетается в этом парфюме с розой, и мне кажется, что сейчас он, я уже слышу нормальную, красивую, маслянистую розу, сладкую, со специями, вкусную, шикарную, странную розу, тоже странная роза. Знаете, тут странная тубероза, а здесь странная роза. Вот. Дальше, парфюм, от которого без ума мой муж. Вот, Lancôme Trésor Intense, La Night Trésor Intense. Это конфетный парфюм, это конфеты, вишня, роза, какие-то еще фруктовые вкусняшки, какой-то как варенье, знаете, такое кисло-сладкое варенье. Вроде бы сладкий парфюм, но разбавляется все это вишневой кислинкой. То есть, ну, красивый. Я тоже достаточно его сносила. Не знаю, не видно, наверное. Ну, вот так вот. Нормально сносила его. Этот аромат безумно нравится моему мужу. Очень конфетный, очень вкусный. Это просто понятно, да. Это не Tom Ford странный. Вот, это понятный такой парфюм на тему вишни, на тему розы, сладости, конфет, варенья, вот, ну, в стиле Lancôme, знаете, вот, дальше, парфюм, от которого я тоже без ума, Moresque Moretta, да, это аромат, у меня вообще тут белых флаконов будет 3 штуки, этот парфюм, он просто меня покорил, влюбил, это очень красиво, это очень здесь белые цветы, кремовые такие белые цветы, очень мягкие, очень воздушные, вот это что я называю воздушный белоцветочный аромат, очень женственный, очень интимный, он не будет кричать вообще на
на всю комнату, да, это аромат очень благородный, очень такой нежный, аромат белой рубашки, аромат какого-то свадебного платья, аромат ресторана, ну, то есть, вы знаете, такое можно надеть на ночь любви тоже, честно говоря. Мне очень нравится, это очень красиво, просто вот итальянцы, ну, умеют они создать такой парфюм, который просто приводит вас в такое вот состояние вау, такой вот эффект вау. Очень кремовый. Я очень люблю. Я уже рассказывала и не раз. Белоцветочный аромат — это мое, наверное, одно из любимейших направлений, да. Особенно, когда белые цветы не эндолят, когда они такие мягкие, кремовые, сливочные, да. Я это обожаю. Так, дальше. Ну, давайте, раз уж у нас пошла тема белых флаконов, давайте поставим сюда еще безумно красивый парфюм, который тоже меня влюбил, покорил. Иницио Маск Терапия, мускусная терапия. Это тоже можно поставить вот рядышком, вот этих вот два флакона, да. Я не скажу, что они похожи, там капец одинаково, нет. Он больше, Иницио, похож для меня с Байреда «Африканский бал». Но вот эта вот белоцветочная, мягкая, кремово-сливочная тема в обоих ароматах перекликается. Видимо, поэтому вот они меня так и покорили. Знаете, вот это такие покупки парфюмов, когда вот, ну, ты просто влюбляешься и вот получаешь этот вау-эффект. Вот. То есть я очень последние дни, вот я очень, мне кажется, я тоже его сносила уже. Ну вот видите, я шатаю флакон. Вроде бы видно, миллилитров 15-20 точно. Он такой красивый, он, ну, просто невозможно от него оторваться, понимаете, вот как от африканского бала Байреду. Вот, обожаю, люблю, очень рада, что у меня появился этот флакон. Пересмотрела свое отношение к Иницио, да, может быть, это вкусы меняются, мне раньше совершенно не понравился этот парфюмерный дом, но, может быть, вкусы у нас меняются, я не знаю, вот. Дальше, девчата, ну, еще один красавец-любимчик, Нарциссо Родригес Маск Нуар. Посмотрите, сколько сносила, полфлакона, больше полфлакона, девчата, это тоже, это просто, ну, знаете, моя любовь к нарциссам, к Нарциссо Родригес растет и растет с каждым годом. Я обожаю данный парфюмерный дом. Сейчас у них вышла новинка, да, которая называется «Кристалл». Это тоже моя хотелка, вот, но надо подождать хотя бы до июня, потому что в этом месяце уже, кроме ароматов, много чего было куплено, не только мне, моим родственникам, поэтому подождем, ничего страшного. Но аромат шикарный, девчат, это поливашка, это к нему тянется рука. Вот реально, когда ты, вот я не знаю, что я хочу надеть, начинаю думать, открываю шкаф, смотрю на все эти флаконы, трогаю их, вот это вот сразу. Ага, Маск Нуар, все, и пошла. Это вкуснейшая, кисленькая такая слива, очень нежный мускус. Просто обожаю. Вот, посмотрите, да, сколько, ну, это капец. Как я его люблю. Давайте, может быть, его вот так вот сюда поставлю. Так, дальше, девочки, дальше. Давайте дальше возьмем, ну, давайте возьмем такого вот красавца Мюглер, да. Это с линеечки Less Exception Wonder Bouquet, да. Это прекраснейший букет цветов, очень разных цветов, стартует с такого, знаете, вот старт у него такой ландышевый. Такие вот чистые белые звонкие ландыши с цитрусами, но это ненадолго, буквально несколько минут, и потом это все переходит в такую постепенно, знаете, мне кажется, у этого парфюма как будто бы три этапа раскрытия. Сначала он кисленький, а потом он такой цветочно-фруктовый, а потом в конце это просто фундук. Какие-то орехи, немножко даже какая-то паста, нутелла с орехами, вот что-то вот такое очень гурманский, очень вкусный, очень стойкий. Мне кажется, такого флакона вообще хватит на всю жизнь. Это очень стойкая вещь, ну, как и все мюглеры. А вот, очень тяжелый флакон, очень красивый флакон, очень такое тяжелое стекло, шикарный. Тоже я его, видите, так носила, поливалась.
Обожаю, обожаю это дело. Очень красивый парфюм, очень безумно красивый. Тоже вот так немножечко отставлю, чтобы, да, чтобы было лучше видно. И, девочки, последний парфюм, который тоже я называю конфетка, вкусняшка, который тоже нравится моему мужу. У меня муж любит все-таки более такие какие-то простые, понятные. На самом деле ему очень нравится вот этот Иницо. Он просто обалдеет тоже, когда я его наношу, этот парфюм. Он уже не раз мне сказал, что это очень красиво. Вот, так, дальше. Допустим, Том Форд, он не особо, но вот, вот этот ему нравится, вот этот ему нравится. Вот этот он вообще обожает, просто обалдеет от него. И тоже один из любимых ароматов моего мужа, мне кажется, все мужчины такой любят, это Lancôme La Vie Belle, как там он называется, этот La Vie Belle-ка? Я забыла его название, девчата, представляете? Ладно, потом посмотрю на коробочке. В общем, это тоже была новинка, да, вот этой вот весны-лета. Посмотрите, какой красивый флакон. Здесь как будто бы такая звезда из блестков сделанная. Вот этот вот персиковый бантик. Очень мягкий тоже, очень воздушный аромат. Очень сладенький, такой какой-то, как сладкая вата. Тоже я называю вот, вот Lancôme. У него вообще, для меня бренд Lancôme — это конфетные... такое конфетное направление, да, аромат каких-то конфеток, вот, поэтому все парфюмы Lancôme очень нравятся мужчинам, это уже, это не только моему мужу, моему сыну очень нравится, старые версии, да, La Vie Belle, когда были у меня, я еще тогда жила в Омане, очень много комплиментов получала, то есть такое направление очень любят мужчины на самом деле, такое сладкое, гурманское, конфетное. Ну, гурманика разная бывает, вот, допустим, вот Мюглер — это на любителя, да, не каждому мужчине понравится, но вот эти вот почему-то вот ланкомовские Тризоры, La Vie Belle-ки обожают женщины, мужчины, все, а вот. Так что, девчата, немножечко вам рассказала, показала свои любимчики, которые я носила вот в мае месяце и продолжаю носить. Пишите, делитесь своими эмоциями, своими, что носите вы, да, своими флаконами. Вот, всем желаю хорошего лета, да, всем желаю мира, добра. Скоро вот уже у нас лето, весна очень быстро закончилась, сейчас и лето пройдет, опять осень, зима. Ну, ладно, все ждем лета, окончание школы, сейчас вот у дочки... А каждую неделю какая-то контрольная, все вот эти контрольные очень решающие. Девчата, всех благодарю за просмотр. Делитесь, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь, что у вас есть, что вы любите, что вам нравится, что носили вы. А я всех целую, всем желаю хорошего дня, всем пока. С вами была ваша Виктория.